Управлением уголовного розыска УМВД России по Орловской области разыскивается Каневский Евгений Владимирович, 1984 года рождения. По версии полицейских, Евгений Каневский занимался аферами в сфере юридических и финансовых сделок. Оформлял фирмы однодневки, после снятия денежных сумм, со счетов которых Каневский организации ликвидировал. Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба обращаться в Управление уголовного розыска УМВД по Орловской области по телефонам 73 55 01, 73 53 91 или 55 11 12. Конфиденциальность гарантируется.